Итак, всем привет, дамы и господа, с вами Симпсон. И сегодня мы снимаем постройку очередной юрты в Майнкрафт. Я немного переработал дизайн, и смотрите, что получилось. Строим стандартную оболочку для юрты. То есть 3, 2, 1, и сюда 2, 3. Все просто. Так. Вот так вот выглядит основа. Делаем ход, ставим дверь. Сверху просто накрываем. Ничего трудного здесь нет абсолютно. Так, это я не помню. Как там было? По-моему, было третий уровень. Это был. Не был. Так. Дальше. Я вот использую белую шерсть и темный дуб. Вы можете использовать вообще абсолютно любой материал. И получится достаточно симпатичный такой домик. Так. Здесь основная рутина — это вот крышу, когда делаете. Так вообще ничего трудного нет, в принципе. Так. Почти. Также хочу сказать, не забываем подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы видеть, что вышло мое новое видео. И всем спасибо, кто еще до сих пор смотрит меня. Несмотря на то, что видео выходит крайне редко. Ждите в ближайшие дни новые видео про здания в азиатском стиле. Они будут. Я прямо сейчас их снимаю, пока вы смотрите видео. Так. Я вообще не знаю, стоило бы вам вообще это показывать, как я здесь просто летаю по кругу, ставлю плиты. Ну, заодно как бы поговорить можно, по сути. Так. Здесь самое интересное. Концовку сделаем немного выше. То есть можно даже вот до такого размера. И она будет смотреться более эпично. Слишком высоко, по-моему. Так вот было. Да. Именно так это и было. Итак, всем спасибо за внимание. С вами был Симпсон. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. Всем пока.